Добрый день, друзья! Вот опять мы с вами встретились. Смотрите, а тут что-то зайка у нас идет и плачет. Что же с ним случилось такое? Наверное, опять лиса тут что-то натворила. И сказка у нас называется «Лиса и заяц». Жили-были лиса да заяц. У лиса была избушка ледяная, а у зайца лубиная. Пришла весна красна, у лисы избенка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его из избенки и выгнала. Идет, дорогой зайчик, плачет, ему навстречу собака, тяф-тяф-тяф. Что, зайчик, плачешь? Как мне не плакать, была у меня избенка лубиная, а у лисы ледяная, попросилась она ко мне ночевать, да меня и выгнала. Не плачь, зайчик, я твоему горю помогу. Подошли они к избенке, собака забрехала. Тяф, 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 поди, лиса, вон. А лиса им из печи. Как выскочу, как выпрыгну, пойду клочки по закоулочкам. Собака испугалась и убежала. Зайчик опять идет, дорогой плачет, ему навстречу медведь. О чем зайчик плачет? Ну как мне не плакать? Была у меня избенка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала. Не плачь, я твоему горю помогу. Нет, не поможешь, собака гнала, не выгнала. И тебе не выгнать. Нет, выгоню. Пошли они к избенке. Медведь как закричит. Поди, лиса, вон, а лиса им с печи. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Медведь испугался и убежал. Идет опять зайчик, плачет. Ему навстречу бык. Что, зайчик, плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избенка лубиная, а у лисички ледяная, попросилась она ночевать, да и выгнала меня. Пойдем, я твоему горю помогу. Нет, бык, не поможешь. Собака гнала, не выгнала, медведь гнал, не выгнал, и тебе не выгнать. Нет, выгоню. Пошли они к избенке, бык как заревел. Поди, лиса, вон, а лиса им с печки. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Бык испугался и убежал. Идет опять зайчик дорогой, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух с косой. Ку-ка-ре-ку, о чем, зайчик, плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избенка лубиная, а у лисички ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала. Пойдем, я твоему горю помогу. Нет, петух, не поможешь. Собака гнала, не выгнала. Медведь гнал, не выгнал. Бык гнал, не выгнать. И тебе не выгнать. Видите, какая красивая избушка у зайчика была. Но хитрая лисичка выгнала его. И никто не может справиться. Сейчас посмотрим, как же у нас петушок справится или нет. А петушок говорит: нет, выгоню. Пошли они к избенке. Петух лапами затопал, крыльями забил. Ку-ка-ре-ку, иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи. Слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон. Лиса услышала, испугалась и говорит: обуваюсь. Петух опять: ку-ка-ре-ку, иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон. Лиса опять говорит: одеваясь, петух в третий раз. Ку-ка-ре-ку, иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон. Лиса без памяти выбежала. Петух ее тут и зарубил косой. И стали они с зайчиком жить-поживать в глубиной избушки. Вот смотрите, зайчик какой веселый стал, обрадовался, и петушок.
Стали они дружно жить-поживать и никого не боялись уже. Вот такая сказка. Надо помогать друг другу. Когда одному плохо и в беде, то надо ему помочь. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец и пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.